Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Раздел «Земли обетованной». Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные. Тогда Господь сказал ему: «Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много. Всех горных жителей от Ливана до Исрифов Маима, всех седонян я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как я повелел тебе. Раздели землю сию в удел 9 коленам и половине колена Манасина». Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их. И они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. Никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их передал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимися ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилю. Все сбылось. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.